Лайв студія продовжує ефір сьомого. Для вас працює Анна Полякова. А зараз, як і обіцяли, ми переходимо до сусідньої студії, де разом з моїми гостями будемо обговорювати рішення ЦВК щодо припинення діяльності виборчих дільниць на території Росії. З нами сьогодні Михайло Кацин, політолог-міжнародник, а також Ярослав Котоліх, політолог. Вітаю вас. Доброго вечора. Наш другий гость прийде трошки пізніше, з ними також поспілкуємося. Отже, на вашу думку, наскільки взагалі правомірне і необхідне рішення припинити діяльність виборчих дільниць на території Росії? Почну з першого, стосовно правомірності. Питання досить складне, тому що дійсно це рішення є досить екстраординарним, воно є незвичним. І такої практики ще в Україні не було. Разом з тим, я думаю, що якщо в когось є певні сумніви щодо легітимності цього рішення і його законності, а такі люди є, вони завжди можуть звернутися до суду і в судовому порядку скасувати. Але разом з тим, якщо ми говоримо про, чи це було необхідно, я вважаю, що це був правильний крок, і ЦВК зробила правильно. Чому? По-перше, у нас, як правило, наші громадяни за кордоном, їх небагато, і, відповідно, їх не так багато людей голосує. Наприклад, в 2010 році на другому турі на території Росії всієї країни проголосували десь 3829, здається, громадян України, а на виборах останніх 14 року президентських проголосувало лише 1153 людини. Ярославе, ми зараз зробимо невеличку паузу. Я запрошую до нашої студії нашого другого гостя Михайла Кацин, політолог-міжнародник. Просимо вас. Вітаємо вас. Здравствуйте, здравствуйте. Отже, ми вже почали нашу бесіду. Моє питання до першого гостя звучало наступним чином. Власне, ви підтримуєте ліквідацію виборчих дільниць на території Росії? Таке рішення ЦВК. А ви знаєте, во-первых, я хотів би поздравити вас, уважаемых телезрителей, з наступившим Новим годом, Рождеством. И уверен, что это в этом году мы сделаем совершенно правильный выбор, придя на избирательный участок, и выбор, который действительно изменит жизнь нашей страны к лучшему. Я абсолютно согласен с тем решением, которое было принято нашим государством. Я считаю, что в условиях, когда Россия откровенно заинтересована в том, чтобы помешать свободному волеизъявлению наших граждан, нужно ограничить возможности для голосования именно на участках, расположенных фактически на территории Российской Федерации, то есть непосредственно в посольствах, консульствах. Ну, да. У нас питання, да. Я дякую вам, це вступово буде промова. У нас є питання до наших телеглядачів, звучить воно наступним чином. Чи потрібно ліквідовувати виборчі дільниці на території Росії, так або ні? Також ви можете телефонувати до нас у студії і залишати свою думку. Нам важливо є знати. Отже, продовжуємо. Тобто, на вашу думку, це рішення є виправданим? Да, я считаю, що це рішення абсолютно оправдане. Звісно, тут, розумієте, можна дивитися з нескольких сторон на подобне рішення. С одной стороны, действительно, она оправдана, с другой стороны, объективно, многие наши сограждане, проживающие на территории Российской Федерации, они не смогут проголосовать, и тем самым фактически в определенной степени подрывается легитимность волеизъявления. Мало того, что у нас оккупирована часть территории Востока Украины, аннексирован Крым, если еще часть граждан Украины не смогут проголосовать на выборах президентских, парламентских, фактически ставится под сомнение легитимность волеизъявления, не легальность, а легитимность, я подчеркиваю. Но в условиях агрессии Российской Федерации, в условиях того, что Российская Федерация объективно является интересантом того, чтобы поменялся курс нашей страны, конечно же, здесь нужно принимать достаточно решительные меры. И та мера, которая была принята... Ну, наскільки мені відомо, на тлі цього також розширено територіальну дію дільниці у Грузії, Казахстані та Фінляндії. Да. Тобто, чи означає це, що люди, які не можуть голосувати в Росії, мають їхати до цих країн і, власне, своє право на голосування виконувати там? Дивіться, є декілька категорій громадян, які треба розрізняти. Перше, це громадяни України, які приїхали, скажімо так, завчасно на територію Російської Федерації, да, і стали там на консульський облік. Ось ті, які стали на консульський облік, які надовго виїхали, грубо кажучи, з України, ось вони територію Росії зараз поділили на між трьома виборчими дільницями, як ви слушно зауважили. Тобто вони їдуть туди. Ті ж громадяни, які не ставали на консульський облік, які тимчасово знаходяться на території Російської Федерації, вони можуть повернутися в Україну і проголосувати. Вони будуть включені до списків виборців на своїх виборчих дільницях.
Тобто це питання логістики. Так, вони можуть, їх ніхто цього права голосувати не позбавляє. Вони можуть приїхати на територію, правда, щоправда, іншої держави, але їм там буде забезпечена можливість проголосувати. Тут є ще один дуже важливий нюанс. Во-первых, я соглашусь повністю з своїм колегою. Здесь есть еще очень важный нюанс. Люди, проживающие сейчас перманентно в Российской Федерации, у них, безусловно, промыты мозги, к сожалению, российским телевидением, которое, знаете, иногда создается такое впечатление, что в России вообще нет никаких новостей. Там одна Украина. А вот настолько замыливают глаза россиянам российское пропагандистское телевидение. Поэтому в этих условиях а голосування наших сограждан, воно, к сожалению, не може бути об'єктивним. Тобто ви вважаєте, що люди, які мешкають певний час на території Росії, вони вже мають якусь заангажовану думку? Звісно, однозначно. Ви пам'ятаєте, що у нас було 5-6 років тому, коли у нас тут вещало російське телевидення? Взагалі, що творилось? У нас, собственно, события 2014 года на Донбассе, они были спровоцированы российской пропагандистской машиной, которая уже давно вела гибридную войну против нашей страны. Просто уже эта гибридная война вышла наружу только в 2014 году, но артиллерийские залпы, что называется, гибридные, мы слышали до этого из уст всяких пропагандистов на Первом канале российском, РТР и прочее. Поэтому здесь я считаю, что это действие оправдано абсолютно нашего государственных мужей. Михайло, дякую вам. Ми зараз зробимо невеличку паузу в обговоренні нашої теми і звернемося до моєї колеги Надії Бондаренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вона розповість, що, власне, відбувається у неї за спиною. Наскільки мені відомо, вона перебуває на якомусь різдвяному перформансі. Надія, тобі слово. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, телеглядачі. Я зараз знаходжуся у Святковому трамваї. Це один з трамваїв, які зараз проїдуть містом та будуть дарувати всім пасажирам свято. Як бачите, позаду мене знаходяться колядники. Доброго дня. Різдвом Христовим. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити зараз? Калядувати. А ще якісь подарунки будуть, мабуть? Будуть, сюрпризи дуже великі. Да. Будемо славити Христа, будемо роздавати подарунки. А якусь колядку заспіваєте, будь ласка? А як же, звісно. Так, яку співаємо? Дякую, Надії. Ми трошки пізніше повернемося до, власне, цієї події, подивимося, що там відбувається. Наразі повертаємося до нашої теми. Отже, рішення ЦВК закрити та ліквідувати, власне, виборчі дільниці на території Росії, наскільки є виправданою така, власне, політика. Ну і 100% зараз вважають наших телеглядачів, що ні. Отже, чим можна зумовити таку реакцію? Дивіться, ну, реакція зрозуміла. Тобто заборона викликає вже таку негативну реакцію? Ну, будь-яка заборона, вона автоматично у людей викликає незадоволення. Але йдеться про країну-агресора, ну, дійсно. Тут дивіться, можливо, такі результати голосування пов'язані саме з тим, що ми ж розуміємо, що ці заходи будуть дзеркальними. І якщо ми ліквідуємо свої виборчі дільниці на території Російської Федерації, то скоріше за все, Російська Федерація так само ліквідує свої виборчі дільниці на території нашої держави, і ті росіяни, громадяни Росії, які знаходяться в Україні, вони не зможуть також проголосувати в нашій країні. Да? Ну, тобто, можна очікувати, що таке рішення буде прийнято. Разом з тим, я хотів би повернутися дещо до нашої теми обговорення і пояснити, що насправді тут же ж виборчий процес – це не просто прийти на дільницю, кинути бюлетень. Це складний процес, який має багато своїх етапів. По-перше, це можливість і забезпечена законом можливість кожного кандидата агітувати. Чи маємо ми впевненість в тому, що на території Російської Федерації вся палітра політична всіх кандидатів України буде представлена? У мене є великі сумніви. Друге, враховуючи, що, як правильно зазначив мій колега, Росія прямо зацікавлена в тому, щоб впливати на те, чи намагатися впливати на те, хто стане президентом України і надалі на парламентських виборах.
В цій ситуації ми можемо очікувати, що може вчинятися певний тиск на тих членів комісії, які будуть працювати, чи їх можна змушувати до провокацій, чи просто навіть самі виборці, які будуть йти на дільницю на території Російської Федерації, там теж можуть бути певні застосовані заходи, які будуть впливати на те, як людина проголосує. Ну, саме елементарний шантаж, да? Там, або ми тобі шиємо кримінальну справу, або ти голосуєш за цього кандидата. Ну, це десь такі... Тобто ви допускаєте такі варіанти, досить категоричні, так? Я допускаю все, що завгодно. Ми вже бачили приклад того, як Росія може абсолютно звичайну ситуацію перекрутити і створити серйозний конфлікт просто на рівному місці. Тому я очікую все, що завгодно від Росії. І я вважаю, що це рішення, воно на часі, воно абсолютно виправдане, і нам треба було робити це навіть дещо раніше. Крім того, це буде певна економія бюджетних коштів, тому що ми ліквідували 5 виборчих дільниць, залишили 3. Тобто це завжди це оренда приміщень, це оплата роботи членів комісії і так далі. Зараз, як мінімум, ці видатки зменшаться. Відповідно, певна економія для бюджету також. Дякую вам. Ми почуємо вашу думку трошки згодом. Зараз з нами знову на прямому зв'язку моя колега Надія Бондаренко. Вона розповість деталі, власне, перформансу, що відбувається. Ми бачимо дуже красиві святкові трамваї. Розкажи, скільки їх взагалі? Доброго дня, студія, доброго вечора, глядачі. Зараз, як ви бачите, поряд з нами колядники, а ми наразі знаходимося у одному з святкових трамваїв. Вони курсують Одесою. Близько 18.30 та 18.00 вони відправились з 11-ї станції Люздорської дороги та вулиці Поустовського. Вони їдутимуть вулицями Одеси, та пасажири, які знаходяться, вони слухають пісні, колядки, от можете послухати, як колядують. Що крім колядників, у трамваях виступають музикальні групи, а також колядники дарують маленьким дівчаткам та хлопчикам смачні подарунки. Трамвай зупиниться в районі центра міста, і одесити, які будуть заходити, вони стандартним маршрутом проїдуть, будуть зупинки, як у звичайному маршруті. А зараз я попрошу оператора вийти з вагону та показати, як прикрашені трамваї зовні. Ось, як ви бачите, зовні також трамвай блищить. Тут багато таких яскравих гірлянд, що світяться. А також водій трамваю вдягнений у Діда Мороза. На слідуючий, пожалуйста. Поїхали. Надію, не будемо затримувати роботу, власне, водія трамваю. Дякуємо тобі. З нами була Надія Бондаренко, моя колега. Отже, ось така яскрава подія відбувається зараз у нас у місті. Ми повертаємося до нашої теми. Отже, ваша репліка. Знаете, вот такой был интересный сюжет, что я же реплику забыл. Я хотел бы сказать следующее. Мы сейчас стоим на пороге очень серьезных выборов. И здесь есть как внешние вызовы, так и внутренние вызовы, которые могут повлиять на волеизъявление наших сограждан. Кроме того, я хотел бы предложить дополнительную перспективу дискуссии, а именно выборы в Европейский парламент, которые состоятся в этом году. И они тоже будут иметь очень серьезное влияние и на украино-российский конфликт, и на ситуацию на Европейском континенте. Вони також, на вашу думку, будуть пов'язані з якимись обмеженнями на території Росії? Нет. Дело в том, что Россия не имеет никакого отношения к выборам в Европейский парламент, и количество европейцев, проживающих на территории России, настолько ничтожно, что, безусловно, там не будет открыто никаких избирательных участков в посольствах европейских стран. Кроме того, там есть специальная процедура выборов в Европейский парламент, и нет вообще унифицированного закона, регламентирующего, точнее, унифицированного регламента,
который бы определял процедуру голосования в Европейский парламент. Я говорю, в принципе, о конфигурации, mm-hmm. поскольку есть серьезный риск того, что придут популистически настроенные партии в Европейский парламент, такие как Подемос, Сириза, ЮКИП, британские альтернативы для Германии, Лига итальянская и так далее, которые в целом сформируют другую повестку развития европейского континента и, следовательно, по-другому будут смотреть на Украино-российский конфликт. Просто я бы это все связывал воедино, и мы четко должны понимать, что если в марте у нас будут президентские выборы, в мае выборы в Европейский парламент, и результаты этих выборов повлияют на наши парламентские выборы, потому что будет сформирован состав Европейской комиссии, и, поверьте мне, это будет иметь свою импликацию на наші парламентські вибори, які розстаються осінь. Тим не менш, повертаючись до нашої теми, ви погоджуєтеся з тим, що, власне, така заборона, вона торкнеться і економічної точки такої собі, можна сказати, що ми економічно заощадимо з того, що не буде, власне, дільниць на території Росії. Ну, безусловно, зі своїм колегою согласен. Звісно ж, наша країна зекономить деньги. Но главное, это мы сбережем наш суверенитет. Вы знаете, Российская Федерация достаточно умело вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах Америки. Я не говорю, что победа Трампа — это исключительно усилия Российской Федерации. Нет. Но Российская Федерация делала все, чтобы повлиять на результаты выборов в Соединенных Штатах Америки и на победу Трампа. Она делала все, чтобы подогреть ситуацию в Европе, подогреть ситуацию перед выборами во Франции, подогреть сейчас ситуацию во Франции в декабре, когда было выступление «желтых жилетов» и так далее. И поверьте мне, Российская Федерация сделает ну уж все, что будет в ее арсенале, подлого, не подлого, мелкого, не крупного, чтобы повлиять на ситуацию на выборах. Ну, тобто це такий собі, можна сказати, вимушений крок, ця ліквідація. Ну, конечно. Кроме того, я здесь согласен с Ярославом. Вы знаете, ведь выборы — это не просто голосование, это процедура. Это процедура, которая тянется в течение нескольких месяцев. И, безусловно, мы четко с вами понимаем, что в Российской Федерации будет презентован один кандидат в президентских выборах и одна политическая сила, или пусть две. Вы кажете уже про такую информационную блокаду, конечно. То есть большинство кандидатов в партии, им будет блокирован доступ к украинским избирателям, проживающим на территории Российской Федерации. Более того, тут еще есть вопрос безопасности, потому что выборы сопряжены с определенной информации об персональных данных человека. То есть фамилия, имя, отчество, там, прописка, дата рождения. Це дуже цікавий аспект, дійсно. Ми до нього повернемося, а зараз до нашої бесіди приєднається ще один експерт, політолог Олександр Решмедило. Вона з нами на скайп-зв'язку. Я чувствовал. Олександра, вітаємо вас. Здравствуйте, колеги. Привітаю. Очень рада в такой теплой компании оказаться. Отже, Олександра, хочеться почути вашу думку. Ось таке рішення ЦВК щодо ліквідації виборчих ділянок на території Росії. Чи є воно виправданим та необхідним? Та чи не призведе до якоїсь ескалації? Смотрите, з однієї сторони ми вже наблюдаємо некий адмінресурс. В чем это проявляется? Центральная избирательная комиссия должна быть независима в своих решениях и не подыгрывать тому или иному игроку, игрокам или политическим силам, политическим лидерам. Когда мы говорим о безопасности граждан, которые находятся, граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации, то их безопасность важна каждый день, а не только в дни голосования. Безусловно, то, что говорят коллеги, определенная фиксация данных или еще что-то, но опять все, кто стоят на консульском учете, скажем так, или легально находятся в Российской Федерации, так или иначе свои данные распространяют закрытым, открытым способом при пересечении границы. То есть, скажем так, обезопасить их полностью в этих моментах тоже не удается. Если мы посмотрим о подыгрывании тем или иным кандидатам, ну давайте четко понимать, что действия власти сейчас направлены на определенные ограничения участников, причем я не говорю только про президентские, но и, в принципе, парламентская у нас гонка будет плавно перетекающаяся одна из другой, так называемого бело-голубого лагеря или так называемого антимайдана. Да? Ведь она достаточно, эта палитра достаточно пестрая, мы понимаем, что этот оппозиционный лагерь достаточно разнообразен. И вот они будут так или иначе выдвигать своих кандидатов, может быть, сами политические силы будут участвовать в дальнейших парламентских. И вот такими действиями власть пытается себя обезопасить. Да? Где-то ограничивается медийный ресурс, где-то административно обрезаются определенные вещи. Плюс, опять-таки, давайте понимать, что часть таких игроков
сами по себе еще не окрепли, ведь мы видим очень много по факту медийных проектов, нежели реальных игроков. То есть, скажем так, их подкачивают за счет медиаресурса, но на местах они структуру не выстраивают. Очень редко, когда мы видим обратную ситуацию, когда, допустим, есть редкое присутствие в СМИ и, допустим, сильная объективно подрастающая структура на местах. Вот как, допустим, есть у политической силы разумная сила, она не так часто цитируется, но что-то выстраивает. Но вот мы видим, что есть большая разница, что в этом лагере настолько разнообразные игроки, что власть пытается их, ну вот и военное положение, когда мы говорили, что ряд регионов, скажем так, не ядерного электората власти, тоже определенным образом урезалась в правах, да, пытались проверить некие технологии. Я думаю, что и вот эта ситуация решения ЦВК в Российской Федерации тоже определенным образом отрезает хоть небольшие проценты, но в корзину, скажем так, не провластных кандидатов, а наоборот оппозиционных. Я бачу, що думки наших експертів в студії не зовсім да, сходяться, так? Да, не можу погодитися з колегою, тому що, ну, я вже наводив приклад, що в 2014 році проголосувало на території всій території Російської Федерації всього 1153 виборці. Тобто це не ті цифри, які можуть хоч якось більш-менш серйозно вплинути на електоральні голосування наших виборців. Ну, власне, тобто офіційної статистики, скільки наших співвітчизників перебуває на території України, також немає. На території України? О, на території Росії, вибачаюсь. А це ж не важливо. Дивіться, вони в будь-якому разі, всі, хто хочуть проголосувати, вони змушені ставати на консульський облік для того, щоб їх внесли в список виборців на цій виборчій дільниці. Тобто вони, ті, хто це не зробили, не можна просто приїхати, наприклад, сьогодні ти виїхав з Одеси, завтра ти приїхав в Москву, зайшов на виборчу дільницю, проголосував. Тебе там не буде в списку виборців, ти не можеш отримати бюлетень. Тому тут немає в цьому жодних проблем. А як показав вже приклад, що у нас дуже мало реально наших громадян території Російської Федерації звертаються на виборчі дільниці на території країни-агресора. Тому я вважаю, що в даному випадку це дещо перебільшення говорити про те, що це якась махінація наших урядовців для того, щоб комусь зіпсувати результати голосування. Зараз ми почуємо думку нашого телеглядача, після чого я попрошу відповісти реплікою Ірини. Добрий вечір. Ви мене слышите, да, я надіюсь? Що хочу сказати? Спасибо. Що хочу сказати? Дело в том, что вот все вот эти вот выборы, они нарушают право нас, украинцев, иметь свое независимое государство. В чем, собственно, вот борьба идет между майдановцами и так называемыми голубыми? Голубые не хотят, чтобы была независимая Украина. Они хотят присоединиться к Российской Федерации, о чем сам Путин напрямую говорит. Что делал Янукович? Он фактически хотел уничтожить независимость украинского государства. А на каком основании? Вот я родился, вырос в Одессе, я считаю себя украинцем, хотя у меня тут кроме украинских камней еще минимум 5. Но я считаю себя украинцем. Я хочу, чтобы была независимое государство Украина. И мне уже почти 60 лет, я прожил долгую жизнь еще в Советском Союзе. У нас были закрытые границы. А сейчас у меня товарищи ездят в Европу, зарабатывают. За год могут себе заработать на дом, на квартиру. Что в этом плохого? А нас хотят ограничить. И понятно, что я понимаю президента, он отстаивает именно независимость государства. Что касается выборов, извините, так давайте прежде всего в Европе тогда проведем. Там около 7 миллионов наших граждан работает. И давайте им предоставим тогда право голосования. Они сейчас на своем примере доказывают, что Майдан нужен был. А что такое Майдан? Извините, я закончу. Это был Евромайдан, европейский, присоединение к Европе. Вот это я сам был на Майдане, для меня это главное было. Право поехать туда работать. В отличие от того, что в советское время не разрешали туда. На север приглашали, едь себе там комаров кормили, в минус 60 работы. Почему я должен туда ехать? Я то ездил туда. В свою молодость. А я предпочитаю, чтобы сейчас ребята ездили в Италию, в Испанию, во Францию работать. Что здесь плохого? Вот сейчас в Германию разрешили официально ездить. Это очень хорошо. И видите, Евромайдан был прав.
Эти наши ребята, которые сейчас работают, они действительно зарабатывают нормальные деньги. Сейчас никто не вложит в Украину денег, пока идет война. Когда закончится, будут и здесь у нас строить. Но пока жить надо людям, выживать. Поэтому я еще раз говорю, очень правильно, что закрыли эти участки в России. Хотят реально люди, пусть приедут и проголосуют. А если они уже хотят быть гражданами России, их никто не запрещает. Едьте в Россию, живите хоть навсегда. А с России к нам приедут. Все, извините, задерживаю вас. Спасибо, до свидания. Дякуємо вам. Михайло, у вас є репліка? Да, ну, безусловно, благодарны телезрители. Очень интересная, компетентная позиция. Очень хорошо, что у нас такие активные слушатели. Но, тем не менее, хотел бы внести некоторые коррективы, может быть, уточнить позицию. Дело в том, что, безусловно, Евромайдан был нужен. И, безусловно, Евромайдан дал толчок развитию Украины, но не толчок в плане миграции. Дело в том, что трудоустроиться в Италии, в Испании, в Германии можно было и до Евромайдана. Я бы не путал безвизовый режим с возможностью трудоустроиться в одной из стран Европейского Союза. Это совершенно разные правовые режимы. Я не, просто это не тема нашей дискуссии, поэтому не буду углубляться. Что касается вот темы, которую мы сегодня с вами обговариваем, ударит ли подобный запрет по, скажем так, потенциальным бело-голубым избирателям? Наверное, ударит, поскольку большинство их сейчас проживает на территории Российской Федерации. Но я, вы знаете, скажу, может быть, крамольную вещь, но эта вещь совершенно правильная. Сейчас вот мы переживаем такой период в нашей стране, когда нам нужно наконец-то проводить необходимые реформы и четко определиться с курсом. И в этом смысле я абсолютно сторонник внесения изменений в Конституцию, которые утвердят евроатлантический курс нашей страны. И более того, я считаю, что сейчас возможно ограничение в правах именно голосовать тех граждан, которые просто дурманены российской пропагандой, сыграет на руку нашей стране, потому что сейчас нам нужно сделать рывок в сторону евроатлантической интеграции и рывок от Российской Федерации. Поскольку, повторюсь, к сожалению, соседи не выбирают, и нам не повезло, Российская Федерация в нынешнем ее состоянии будет делать все, чтобы просто придушить Украину. И наша задача — это двигаться в сторону Европы, двигаться в сторону НАТО, с одной стороны, с другой стороны, проводить необходимые реформы с тем, чтобы у нас не мигрировали люди в Европу, и там они не зарабатывали деньги, а с тем, чтобы у нас рынок труда позволял найти высокооплачиваемую работу, с тем, чтобы у нас росла экономика, капитализировались предприятия, и у нас был бы приток инвестиций. Вы поймите, к нам инвестиции не приходят не потому, что у нас война с Российской Федерацией, а потому что у нас очень медленно идут реформы, нету двери. Вы посмотрите, сколько денег на руках у населения, просто сотни миллиардов долларов. Они не несут эти деньги обратно в систему. Почему? Потому что они не доверяют государственным институтам. Если будет установлена эта дверь, придут внутренние инвестиции, поверьте мне, как только придут внутренние инвестиции, это будет сигнал для внешнего инвестора, что нужно заходить і інвестувати в нашу страну. Ну і в мене питання до Олександри Рахметєлова, яка з нами на скайп-зв'язку. Отже, чи вважаєте ви, що такі категоричні власне методи сприяють якомусь розвитку, тим не менш? І чи ми можемо розраховувати на те, що Росія в такому випадку також може дати якусь відсіч? Хорошо, у меня масса реплик на все мнения и коллег, и телезрителя нашего. Если позволите, я очень кратенько пройдусь по основным. Ну, смотрите, когда мы говорим о доверии к банковской системе, все, тогда давайте, пускай наши политики и чиновники не держат свои сбережения в матрасах, в офшорах и в остальном. Пускай точно так же доверяют системе и несут их на благо государства и экономики. Да? То есть они выводят их куда-нибудь мамам за океан, как это происходит. Следующий момент, когда мы говорим об ударе по так называемой бело-голубой электоральной нише, мы уже видели ситуацию по переселенцам, которые тоже были ограничены в своих непосредственно правах не только выбирать, но и избираться. И это тоже длительный бой и с Центральной избирательной комиссией, и вообще внутри политикума так называемого. И я вам хочу сказать, что если бы не было приложено большое количество усилий, допустим, оппозиционных лидеров, таких как тот же Юрий Буйко, этот вопрос по переселенцам так бы оставался висеть. Удалось его более-менее, пускай с трудом,
но немного урегулировать. Хотя я вам хочу сказать, что все, кто имеют луганскую, донецкую, крымскую прописки, имеют ограничения до сих пор не только в голосовании, да, не только в своих электоральных правах, но и вообще это, скажем так, не самый легкий такой путь устроиться и вписаться в жизнь, потому что есть масса других нюансов, которые трудности так называемых. А еще воспользуется или не воспользуется Российская Федерация. Я полностью согласна с коллегами, что исключать вмешательство или фактор влияния Российской Федерации в информационном поле, в новых медиа, в социальных сетях и остальных моментах, ну, не стоит. Это действительно может быть достаточно серьезным фактором, который надо понимать, учитывать, быть готовыми и понимать, как этому противостоять. Потому что эти угрозы, вот о которых говорили коллеги, с которыми столкнулись ряд мировых государств, хотя давайте опять напомним, что они не доказаны, да, то есть это предположения, атаки, все остальное, но никто никого за руку не хватал, даже на не удается ни по американскому следу найти, скажем так, виновных, ни в ряде европейских кейсов. Поэтому Украине в этом плане нужно будет готовиться заранее и понимать все эти угрозы. Но вот насколько, скажем так, вот сколько бы потенциально украинцев могло бы проголосовать, за разными данными, министр иностранных дел Климкин говорит, что в Российской Федерации находится от 2,5 до 3,5 миллионов граждан. Да? А если мы вот смотрели статистику предыдущих выборов, то голосовало там буквально ну, там в тысячах измерений идет. Это даже не сотни тысяч и не миллионы, как могло бы показаться. Потому что понятно, что люди, которые уезжают в трудовую миграцию, чаще всего это как раз люди, имеющие право голоса. То вряд ли мы бы имели действительно зависший в воздухе там, миллион голосов избирателей. Это не так. Тем более 5 избирательных участков, которые там перенесены сейчас в Грузию, Финляндию, Казахстан, они не решают проблему, потому что вряд ли кто-то поедет в столь дальний, скажем так, вояж ради того, чтобы отдать голос за того или иного кандидата. Поэтому права, ограничение прав и свобод граждан, я напомню, что это не совсем правильная практика. Президент является гарантом этих прав и свобод и должен сделать максимум для того, чтобы люди имели это право. Воспользуются они или не воспользуются, это уже их гражданский выбор. Но ограничивать их, скажем так, за них решать, принимать такое решение, это тоже не совсем правильно. Даже в таких сложных ситуациях. Дякую. Вам є що відповісти? Ну, давайте, Ярослав, щоб... Ну, якщо можна, так. Да. Я, чесно говоря, перший раз слышу о том, що є якась заслуга Бойка в тому, що наші переселенці отримали право упрощеного голосування на нашій території. Наскільки я знаю, цим займалися общественні організації профільні, які займаються іменно моніторингом избирательного процесу, аналізом законності, ну і так далі. І в першу чергу це їх позиція, плюс давлення міжнародних організацій, які, ну, справедливо говорили о том, що есть определенная дискриминация этой категории граждан в Украине, поэтому государство должно разработать адекватные механизмы, которые позволят этим людям принимать участие в выборах. И, как, и просто голосовать, и как бы выдвигать себя кандидатами. Это, Украина сделала этот шаг, теперь ну, реальные условия созданы для того, чтобы они могли по упрощенной схеме принять участие в выборах. Мы это сделали. Но, честно говоря, я впервые слышу заслуги какой-то Бойко в этом вопросе. Что касается телезрителя, который говорил о том, что нужно, чтобы наши граждане проголосовали в Европе, они и так будут голосовать. То есть Украина открывает свои избирательные участки на территории всех государств, где у нас есть консульство и где есть достаточное количество наших граждан. Поэтому они тоже будут голосовать, не переживайте. Другая проблема заключается в том, что иногда, вот особенно когда мы говорим о выборах в Италии, когда наши избирательные участки на территории Италии, то там такие очереди скапливаются, что просто даже не все могут дождаться для того, чтобы получить свой бюллетень. И стоит как бы задуматься над тем, как более правильно организовать этот процесс для того, чтобы люди, которые... Ну, це про те, чи, власне, взагалі користуються своєю змогою голосувати, виявляти свою волю громадян? Ну, звісно. Ну, але держава має забезпечити такі умови. Навіть тим нашим громадянам, які знаходяться в Росії, їм їх цього права не позбавили. Їм просто сказали, що організовано воно буде по-іншому. Будь ласка, Грузія, Казахстан, Фінляндія. Їдьте туди, там ви зможете проголосувати. Це ті, хто став на консульський облік. Всі решта, є чудова нагода повернутися в Україну, проголосувати, провідати рідних. Я не бачу, що чесно, особливих проблем в цьому питанні. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Да, в принципі, я соглашаюсь з позицією свого колеги. Добавити хотів би следующее.
Вы знаете, Российская Федерация уже на протяжении, точнее, власти Российской Федерации на протяжении последних 8 лет у себя внутри страны выбрали стратегию на снижение явки. Если мы посмотрим выборы в Российскую Государственную Думу, на президента Российской Федерации, там явно прорабатывается и внедряется стратегия на уменьшение явки. Тобто ви це пов'язуєте, власне, з громадянами подождите, України? Подождите, на уменьшение явки внутри, на виборах внутри Российской Федерации. Но если мы говорим о выборах в Украине, то поверьте мне, я здесь, кстати, не соглашусь с коллегой, я убежден, что российские власти будут делать все, чтобы мобилизировать, сначала накачать информационно украинских избирателей, а потом мобилизировать их на то, чтобы они пришли на участки и проголосовали за того, за кого нужно будет проголосовать с точки зрения Российской Федерации. Именно поэтому ни в коем случае нельзя открывать избирательные участки на территории Российской Федерации. Да, понятно, что никто не поедет голосовать в Грузию и в другие прилегающие страны, поскольку это просто, ну, это невозможно. Чи не пропускаєте ви, що взагалі громадяни, власне, не прийдуть на вибори? Вони какие не просто граждане? Украина, проживающая в Российской Федерации? Так, так. Но это их выбор. Это их выбор. А в любом случае, мы сейчас должны говорить об интересах граждан Украины, проживающих на территории Украины, которые которых действительно будет волновать результаты выборов в нашей стране. Давайте так говорить. Конечно же, люди, которые живут в Российской Федерации, они не все живут там, поскольку разделяют политику Российской Федерации. Многие работают в силу того, что не могут найти работу на территории Украины. Поэтому не стал бы, например, огульно критиковать наших сограждан. Но, учитывая то информационное пространство, где они живут, тот информационный вакуум, а именно украинские каналы не имеют доступа на Российскую Федерацию, украинские медиа, в принципе, не имеют доступа на Российскую Федерацию. В этой ситуации, в этой токсичной среде ни в коем случае нельзя давать возможность вот этой вот токсичной среде поразить территорию Украины. Я еще додати до нашей беседы в Александре, насколько я разумею. Да, я просто хотела сказать, продолжая уже нашу дискуссию с коллегами, что, в принципе, основываясь на последних данных социологических, мы четко видим, что, в принципе, модель второго тура в большинстве своем она понятна, да, что у нас явно будет избирательный процесс в два тура, есть явно фаворит гонки, причем опережающие кандидатов многих, чуть ли не вдвое, это Юлия Тимошенко, и тут самая главная интрига, кто будет ее спарринг-партнером, оппонентом, да, и с кем она выходит во второй тур. И вот здесь как раз будет борьба за каждый голос. И когда мы говорили с коллегами в начале разговора о том, что есть большая часть, сегмент, который долгое время был в замороженном состоянии, мало активен, не голосовал, да, и может сейчас как бы вносить какие-то коррективы, и его пытаются разными хитростями там урезать, ограничивать, вот как раз за этот электорат и будет сильная борьба. Часть, конечно, может отойти, допустим, там, к Зеленскому, да, как молодежь и так называемые противсихи, да, которые отходят как раз в эти новые лица. Часть может искать себе других кандидатов. И вот эти манипуляции, сейчас вот эти 90 дней горячей фазы, мы увидим такое буйство технологий. Я просто отношу решение ЦВК уже в первую очередь как админресурс. То есть уже есть определенное давление и определенное подыгрывание, допустим, власти для того, чтобы они получили более удобный и качественный результат для себя. Это тоже надо понимать и учитывать. Реагировать на мнение, уважаемые коллеги, мы находимся фактически за 3 месяца до выборов президента. Я бы не стал все-таки говорить о фаворитах этой гонки и о явном фаворите этой гонки в лице нашего бывшего премьер-министра. Объясню, почему. Вы знаете, за 3 месяца до номинации Демократической партии никто не мог себе представить, что главными фаворитами этой номинации станут Берни Сандерс и Хиллари Клинтон. Никто не мог представить, что Трамп обойдет Джеба Буша и обойдет Теда Круза в номинации от Республиканской партии. Никто не мог представить, что абсолютно нейтральный политик, вне истеблишмента во Франции Макрон сможет опередить представителей фактически правых и левых партий и так далее, и так далее. То есть вот эти вот 3 месяца, они действительно будут играть очень важную роль, и мы сейчас не можем говорить о конфигурации выборов. Поверьте мне, я как политтехнолог могу сказать, я думаю, мой коллега со мной согласится, если людям вдалбливать, что есть явный фаворит, люди будут голосовать за фаворита. Почему? Потому что все хотят быть победившим. Вот у человека может не быть ничего, но он будет голосовать за победившего. Вы говорите про заангажованность уже на территории Украины?
А? Вы да, мы сейчас уже говорим... Мы сейчас... Подходите, так. Да, да, мы сейчас скажете... говорим за ангажированность, просто нету сейчас, уважаемые телезрители, нет сейчас явных фаворитов на президентской гонке. Давайте четко понимать, что когда вам говорят, что есть явный фаворит, автоматически вас хотят ввести в заблуждение и просто, просто подсознательно стимулировать вас проголосовать за этого кандидата. То вы вважаете, что до таких технологий, власне, вдаются и в Росії, на территории России? Вони будуть втовкмачувати нашим громадянам, які конечно, так да, чи інакше да, перебувають да, на території Росії, конечно, що вони мають голосувати за одну людину? А как тогда вы расцениваете вообще данные всех социологий, независимо от тех центров исследовательских, которые их проводят? Но мы игнорировать эти данные не можем. И, скажем так, не было ни одной социологии, которая бы демонстрировала неудачный, неуспешный результат у Тимошенко. Поэтому говорить, что это манипуляция или технология, ну тут точно не стоит, потому что ну, есть как бы определенные обстоятельства, на которые нельзя не оглядываться, на которые нельзя не брать во внимание. Поэтому тут то, что я соглашусь, что может многое меняться, да, и эта горячая пора, она во многом пора еще и неожиданности, тут я соглашусь. Но на сегодня сегодняшний момент, когда люди дают ответы как респонденты на вопросы прямые, состоянием на сейчас. Если мы делаем замер пульса, да, вот и непосредственно, что у нас по картине, по раскладу самому свежему, это такая ситуация. Какой она будет через 3 месяца, поживем, увидим. Ребят, мы здесь так или иначе все задействованы в выборном процессе, как политтехнологи, политологи и так далее. Мы с вами четко понимаем, что ни одному социологическому исследованию сейчас не стоит верить. Почему? Потому что все абсолютно социологические исследования, они так или иначе заказаны теми или иными политическими группами. Для чего? Для определенной настройки технологической обработки избирателей. Ну, дивіться, мы не видим настоящих вопросов общественного мнения. Щодо, власне, цих опитувань, наш міністр закордонних справ Павло Клімкін зауважив, що станом на вересень 2018 року в Росії погано або дуже погано ставилися до України 56% населення. Тобто, чи можна казати, що на такому тлі вибори відбудуться якось незаангажовано? Ми вже бачимо результат 56%. Можливо, це неофіційне, так, ми не будемо заперечувати цього, проте він є. Ну, безумовно, і, як на мене, це досить показово. Так, не ці 56% будуть голосувати, але вони будуть створювати такий фон, на якому, який буде також опосередковано впливати на українців. Я вже не говорю про те, що на території Російської Федерації, ну, вкрай мало, я скажу так дуже толерантно, вкрай мало дійсно незалежних ЗМІ і неангажованих. Як правило, більшість з них, вони просто виконують функцію рупора Кремля, і вони будуть подавати ту інформацію так, щоб в самих росіян сформувати думку, хто є гарний кандидат, хто не дуже. І так само це буде бити по тим нашим громадянам, які знаходяться в Росії. Чи може це суттєво все ж таки вплинути на результати виборів? Тому що ми також не маємо якоїсь офіційної статистики щодо кількості, власне, мешканців України, громадян України, які перебувають на території Росії, проте тим не менш. Ні, воно серйозно, жодним чином не вплине, серйозно. Тому що я вже говорив, що там голосувало буквально 1000 людей на всю Росію. Це був 2014 рік. Зараз ми цю загрозу взагалі нівелювали, тому що виборчі дільниці будуть знаходитися в інших країнах. Чи потрібно взагалі її було нівелювати? Потрібно в такому було, разі? Звичайно, потрібно було, тому що ну, фактично ці люди, вони б нівелювали голос українців. Да? Тобто ті, які дивляться на розвиток України. Тому що ми правильно сьогодні зазначали, що вибори – це процес. Процес тривалий, він має свої особливості і певні етапи. І коли громадянин України, знаходячись на території країни-агресора, піддаючись впливу і маніпулятивному впливу саме російської преси, він на формуванні його думки стосовно кандидатів, це потім буде викривляти голосування українців. Тому що є виборці, які хочуть краще для України. Ми зараз почуємо висновок власне нашого експерта, який з нами на скайп-зв'язку, Олександра Решмеділова. Ми будемо з нею вже прощатися. Отже, Олександра, на вашу думку, чи взагалі могли вплинути ці голоси, які є на території Росії, суттєво на ситуацію в Україні? Я не думаю, що существенно вони могли б змінити ход
голосовании, или, допустим, украинцы, находящиеся в Российской Федерации, обладали бы золотым какой-то там акцией, голосом, и, знаете, там, финальным пером, который бы изменил расклад. Но, с другой стороны, я вот поддержу мнение коллег, которые говорили о том, что в российских СМИ очень часто модифицированная, да, искаженная картинка. Я напомню, что как раз когда мы имели в один тур, да, избирательный процесс, и фаворитом тогда был Порошенко, чуть ли не на второе место выводился почти во всех СМИ российских Ярош, да, который у нас на тот момент вообще явно не входил ни в тройку, ни даже в пятерку лидеров. Поэтому определенные перекосы, конечно же, в информационной картинке они есть, их нельзя исключать. Поэтому я и говорила, что это как раз часть информационной гибридной войны, противостояния, атаки, это все есть, от этого никуда не уйти, просто надо понимать, чем бить это. Но когда мы говорим об ограничении прав и свобод граждан, мне бы лично хотелось, чтобы все равно эти права и свободы всегда были гарантированы и облегчены, а не утруднены. А мы наблюдаем, наоборот, как раз определенные сокращения, ограничения и даже искажения в определенных моментах. Поэтому как бы, это же рекомендательный характер для действий власти. Дякую вам, Олександре. Я нагадаю, з нами була Олександра Рашмедилова, політолог. Отже, ми будемо підводити підсумки. Да, очень коротко. Хотел бы сказать следующее. Все-таки завершая разговор о социологических исследованиях. Вы знаете, чтобы провести социологическое исследование, нужно десятки тысяч долларов. Вот откуда у социологических компаний, у институтов киевских и так далее, вы кажете про начебто незаангажовані, власне, дослідження? Да наоборот, я говорю про то, что все исследования сейчас, они заангажированы. Ну, откуда могут взять эти институты, эти социологи, десятки тысяч долларов? Мы с вами понимаем, что это астрономические деньги, и никто просто так эти деньги не дает на социсследования. Это первый момент. Второй момент в отношении нашей темы. Почему нужно было сделать то, что сделало наше государство? В случае, например, если бы была мобилизована явка в Российской Федерации, у нас была бы низкая явка. К чему бы это привело? К тому, что когда будет второй тур, а второй тур, скорее всего, будет. А мы помним ситуацию Ющенко-Янукович, Тимошенко-Янукович 2010 года и так далее, и так далее. А Российская Федерация могла бы повлиять на исход президентских выборов и парламентских выборов. Более того, если мы говорим о президентских выборах, Российская Федерация могла бы повлиять не только с точки зрения победы кандидата, но и с точки зрения взрыва обстановки внутри нашей страны. Вы понимаете? То есть здесь давайте вот четко исходите из максимума. Российская Федерация, пока у власти находится автократ, Владимир Владимирович Путин будет делать все, чтобы нашу страну свести до статуса колонии и лишить нашего суверенитета и независимости. Это будет происходить вот везде, пока эта группа находится у власти в Российской Федерации. Поэтому, учитывая это, наша страна должна принимать решительные действия, собственно, которые принимаются, чтобы защитить нас от узурпація зі сторони Російської Федерації. Отже, Ярославе, ваша заключна думка, чи допоможе, власне, така заборона якось повлияти на те, що ми побачимо незаангажовані вибори? Звичайно, вплине. Це була загроза, ми її нівелювали. При цьому я не погоджуюсь з думкою колеги про те, що це якимось чином зменшило права наших громадян. Ніхто нікого не обмежував. У них є це право голосувати. Хто хоче проголосувати, він може або завчасно звернутися до українських державного реєстру виборців і проголосувати на території України, щоб включили до списку, або на території тих трьох інших виборчих дільниць, які існують. Тобто право є. Питання лише в можливості його проголосувати. Хто захоче, він може спокійно своє право реалізувати. Раз. Друге. Не можу погодитися такою з думкою про те, що це певне адміністративне рішення, адміністративний тиск для того, щоб обмежити права цих людей, що Україна в цьому зацікавлена. Ні, навпаки, як ми вже говорили, цих людей дуже мало реально, вони можуть повернутися в Україну без проблем проголосувати. Разом з тим, як я сьогодні вже говорив, Україна допомогла вимушеним переселенцям, які на території Криму чи там Донецьк, Луганськ, вони можуть зараз дуже легко прийняти участь у голосуванні. І те, що говорила колега, що Україна в цьому зацікавлена, ні, вона не зацікавлена, тому що якщо це є ризикова група, то Україна все одно пішла на те, щоб дати можливість проголосувати. Ну і стосовно соціологічних досліджень, то, що ми говорили, я повністю згоден з колегою, що на 100% довіряти їм не можна, тому що вони всі замовлені. І крім того,
4 лютого буде закінчений дедлайн, строк, коли кандидати можуть подати свої кандидатури на вибори на пост президента України. І ось тоді вже можна буде говорити про якісь соціологічні дані. А так, поки ми не знаємо, хто всі там беруть участь, то ці соціологічні опитування, вони є досить маніпулятивними і не мають якогось суто соціологічного сенсу. Ну, а ми підбиваємо підсумки нашого опитування. Отже, скільки людей, скільки процентів наших телеглядачів вважають, що потрібно все ж таки ліквідувати виборчі дільниці на території Росії? Я попрошу зараз показати наших режисерів. Отже, 13% вважають, що так, і, відповідно, 87% вважають, що ні. Ну, і я хочу зауважити, дійсно, що право голосувати все ж таки залишається у громадян України, які перебувають на території Росії, проте на території інших країн, чи, власне, на території своєї рідної країни в Україні. Ну, а з нами були Михайло Кацин, політолог-міжнародник, а також Ярослав Католик, політолог. Для вас працювала Анна Полякова.